встречу компании Etihad в Париж. Ну, первое впечатление, как бы хорошая компания, дорожки, мягкие кресла. Вот есть фильмы на разных языках, наушники, подставочки, дорожка, место для ног, ну, более-менее. Пледы есть. Вот такой достаточно большой самолет в аэропорту Абу-Даби. Ну, посадка прошла вовремя. Ждем вылет и вылет. По расписанию через 15 минут все уже сели в самолет. Вот, предлагаю напитки, даже знаки принесли. Причем здесь есть алкоголь, водка, вино. Вот у меня соседи взяли водку с этим соком. И через час вот так гуляю, думаю, еще будет еду. На выбор было три вида еды. Мясо, рыба, еще что-то. Я выбрал рыбу. И вот здесь еще есть Wi-Fi за 4,95 доллара, 30 мегабит. Можно в соцсетях сообщение написать. Я его купил, он хоть и медленный, но можно связаться с друзьями, которые сейчас прилетят как раз в Париж раньше меня. Оплатил карточкой из этого, нет, Тинькова, MasterCard. Вот, пролетаем как раз из Швейцарии, швейцарские Альпы. Ну, в Этихаде, то есть, кормили, я даже устал считать, сколько, один полный обед, наверное, раз еще два или три, воду приносили, даже отказался вот уже. Ну, как бы все нормально, постоянно кормили, вот кино на английском смотрю. Хорошая компания.